мои мальчишки-игрульки, мальчишки-игрульки. За хвост давай, биюк его. Купидон пришел разобраться. Что творите? Не успела снять, только что так классно бегали. Боржома, мы тебя поздравляем. Биюк. Ну и сейчас вы узнаете новости нашего питомника. Не устали от новостей, а? Не устали, скажи, от новостей. Это я. Скажи, это я, это я. А у нас новости. Да, веселятся здесь и играют. Это наша паночка. Привет, Софико! Ой, веселье. Ой, мамочку, мамочку любит. Мамочку любит Гаяша. Маратик, а ты, смотрю, ты взрослый парень стал совсем, да? Марат? Марат, ты совсем взрослый парень стал. Хочу напомнить, что Марат у нас в продаже. Продается за 100 тысяч рублей. Крупный стандарт. Шикарный красавец. Шоколадный. С подпалом мрамор. Продается для любви, для обожания. Из-за размера. Так, в остальном он абсолютно с идеальным характером, здоровьем. И еще в подарок родословная, который я уже успела заказать. Вот, чипирован полностью. Все манипуляции такие же, как у каждой нашей собаки. Вот так, Бамонт. Красавец, передает маме привет. Эй, ты, зайчик мой, зайчик. Это у нас Техасик, он у нас продан. И уже выезжает через несколько дней в новый дом. Ждем рейса. Давлет у нас свободен пока. И сейчас вы узнаете новости нашего питомника. Вот так вот веселятся у нас мальчишки. Вот этот наш гигантик нашел свою семью и тоже от нас уезжает. А рядышком братишка лиловый, длинношерстный. У нас продолжает искать своих мам и пап. Эй! Патриот, ты покажешься, Патри? Красавец, не застряньте тут. Веселые мальчишки. Вот такая вот игра. И приветик. Еще раз, вот этот мальчик у нас под скидки. Да, скажи, у нас не стоят уши. Я даже их не подклеила сегодня. Поэтому мальчик продается в любимцы. Мягкий, нежный, сладкий. Мягкий, нежный, сладкий. А его братишка, вот этот вот чудесный, шикарный, стоять. Ты поймался, ласкунчик красивенный, с лиловым носиком. Нашел свою семью. Да-да-да, и поедет жить очень скоро в Калининград. Поздравляем владельцев с приобретением этой нежноты. Купидон, ну куда ты перекрываешь экран? Я хочу про парадиза рассказать. Мой сладкий, такой податливый. Только руки протягиваешь и все. А ты что прибежал? Да, скажи, я еще ищу маму. Скажи, я очень сильно ищу маму. Биюк. О, биюк Янышар нашел. Это у нас Байкал. А здесь у нас, ребят, куча. Веселая куча мала. Из вот этих малышей. Ну, Боржома прибежал, красотуня ты мой. Сладкие бантики. Нафиг все уже слетели, дай сюда. Красота моя, вон, бантики, уже все, понятное дело. Вот этот черный красавец шейх. Очень-очень красиво играет со своей сестренкой. Саули, они у нас в продаже. Мальчик шейх, черно-подпалый. За смешную цену для такого шикарного красавца 50 тысяч. Девочка продается за 100. На девочек у нас скидка только на Афину, которая где-то, я даже не знаю где, вон она пошла, висели. Она продается за 100 тысяч рублей. Вот они, вот эти двое красивущих. Да, это наша Джи, Джи, умная девочка. Мажорик, да, ты красавчик. Аксенова пришла. Ну что тут за веселье. Посмотрите, какой он игривый, ласковый этот Боржоми. У него характер просто... Эй, алле, алле, оп. Детвора, дайте хоть расскажу. Посмотрите на это сладкое создание. Боже мой. Это же за сладкий мальчик такой. На спинке. Это у нас тут лимончик кусает Боржому. А у того вот ушки, у которого не подклеены, вот этот вот, 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 вот красавчик. Это у нас апельсин. Носик, курносик в продаже.
Короче, ребята, проходите под этим видео по ссылке акция. Там вы можете по акции посмотреть щенков с ценами, которые остались в нашем питомнике, искать своих пап и мам. И также есть ниже ссылка цены. Там все остальные щенки, которые в продаже. Почищу сегодня этот альбом. Многие детки нашли свои семьи. Это те щенки, которые без акции, да, в продаже в нашем питомнике. Стоимость щенков от 50 тысяч до 130 на сегодняшний день. Достаточно лояльные цены. Да, вот он, шейх очень красивый. Дети подрощенные, уже выросли. Ну вот, вот черный, рыжий, им по 5 месяцев. 11-го, 5,5 месяцев. Это дети уже, которые выросли. Кстати, что эти дети, которые уже выросли, сосут сиси, лижут. Айве. Айва мама детям, которые в яслях, которых она давным-давно не кормит, которым уже 3 месяца, и которые уже даже разъехались частью. Но ей нравится, что ей щекотят животик. А эти и рады стараться, да? И рады стараться, это надо видеть. Айва — это взрослая собака, а это ее папа. Айва у нас длинношерстная, она сейчас в линьке. Ну, кстати, и Купидон тоже в линьке. Купидон тоже в линьке, да. Например, Акса, наоборот, сейчас начала обрастать. Посмотрите, как у нее началась завиваться шерсть, как потолстел хвост. И такие вот эти перышки ее, которые она передает своим детям. Где моя Алсуня, кстати? Что-то я не вижу. Так, это не Алсуня, хотел сказать. Вот она, это наш красавчик Роликс. Зайка, мозаика. Где моя Алсу? Алсу! Алсу! Я тебя зову. Афина, ну иди сюда. Афиночка, Афина. Афина еще та. Вот она побегает, попрыгает и пошла на... Айва. Ага, смотри, как интересно. И прогнала, разрешила сначала, а потом обидела. Зачем обидела мальчика? Ах ты ж тетка такая злая. Потому что, скажи, мальчики подобнаглели, да? Мальчики подобнаглели. На водопое у нас два братишки. Это у нас Техас с подклеенными ушками, который нашел свою семью. А рядом стоит его братишка Патриот, который продолжает искать папу и маму. И Шоколадик подбежал Давлет. Ну, еще достаточно большой выбор, я сегодня посмотрела. Что, зайка, обидела тебя тетя Айва? А ты не наглей, товарищ. У нас достаточно хороший выбор. У нас очень красивые девочки, очень красивые мальчики в продаже. Да, и черные, и белые, и рыжие, и шоколадные, и лиловые. Боже мой, на любой вкус. На любой вкус. Вот такое веселье пошло. Это уже они Парадиза завели. А Парадиз, когда к нему внимание обращаешь, он такой сразу скромный выключается. А видите, что творит мамочка из Калининграда. Опа, под этот, под диванчик. Такие веселые, активные игры. Власти давайте оттуда. Вот бомон взрослый, пожалуйста, им не надо. А это вот братишки. Биюк. Янышар длинношерстный продан. И его братишка Байкал короткошерстный. Продолжает искать папу, маму. 8,5 месяца. Обалденный пацан. Артюша, ты готова всех прогнать? Парадиз, парадиз. Кукушечки, не застрянь там в один момент. Ну, дети уже выросли. Им 1 числа через несколько дней исполнится уже по 6 месяцев этому помету. Аюшка, Аюшка, тебе уже все купили. Сегодня связывалась с владельцами. Мы уже очень скоро уезжаем. Мальчик поедет в Тюмень. И уже семья очень ждет красавца. Сказали, что все, ему уже купили. Очень приятно, когда так с такой любовью ждут. Поскорее встречи. Еще раз Парадиз. Парадизик. Красоту. Еще раз Фараон. Эти дети у нас все заняты. Тяжело немножко, да, все время говорить. Заняты, заняты, но приятно. Черно подпал. Красавчик. Шейх свободен. Посмотрите, какой курносый. По каждому щенку у нас есть подробнейшие видео. Подробные, приподробные. Дёмы, члётки, красавчик такой. Очень красивый курносый мальчик. Успейте купить счастье за недорого. Ой, кому-то ногти порастричь. Ногти-когти. Когти-ногти. Это не птуха. И еще после отъезда наших
собачек на этой неделе, вы узнаете грандиозные новости нашего питомника, которые пока остаются в секрете. Они уже произошли и должны будут уже вот-вот произойти. Конечно, вы об этом все узнаете по мере происхождения этих новостей. Но пока, я думаю, и так достаточно у нас с вами новостей. Правда, Сауле? Сауле в поисках папы, мам. Маратик тоже. А что мы вот грызем камни? Посмотрите, это вот сегодня у нас был купальный день. Посмотрите, пожалуйста, на лапы этой дамы. Ты где была вообще? Посмотрите. Это вот, смотрите. Это, получается, я ее сегодня выкупала. А сейчас она залезла в тазик и пошла гулять. Здесь мы тоже будем засыпать еще все камушками. Потому что мне эта грязь, честно говоря, это, слава богу, еще дождей нету. Если пойдет дождь, это будет капец. Я чувствую. Вот, поэтому пухнастая команда. Надо как-то ее защитить, что ли. Не знаю, не хочется бетонировать весь двор, но что-то будем делать, что-то будем думать. Да, детвора? Ну что, не знаю, завтра хочу выделить время для купания. Что там? И вычесывание вот этих красавиц уже пора. Да? Амбу, посмотрите. Ты что, грязная такая, а? А? Ну что, Сусана? Шагуня, где вы вообще-то все делаете? Я не могу понять. Интересные вы мои. Все, пошли все, занялись. Расшель с нами там гуляет, копает. Гуляет, копает, все. Эй, фараон. Красавчик. Красавчик фараон. Посмотрите, что они делают. Выкупайте, да? Выкупайте, выкупайте собачек, они придут и лягут просто в грязь. Потому что здесь прохладно. Правда хорошо, Купидон? Я что ж тебя только выкупала пару дней назад? А? Вот такие ласковые мальчики. Посмотрите, как Техас ухаживает за парадизом. А Аюшка вообще занял свое место любимое. Набегались, намотались и целуются. Боже мой, любовь. Мальчишки, это вообще ласкота. Мальчишки этого скота. Настоящая. Вот моя любовь. Ты где же вообще была? Мне интересно. Я тебя звала. Спрашиваю, где моя Алсу? Ты где? Ты где? А ты где была-то? А? Красавица. Красавица ты моя ненаглядная. Как им нравится тут в корешках. Да? И ты пришел. И ты привет. Привет, мой хороший. А грязный какой и мокрый. Господи, ты где был вообще? Ты где был? Энюша, иди ко мне. Энечка. Энигма. А мне интересно еще, где царица. Царица, мать моя женщина. Иди сюда. Так. Катя встала, место пропало. Ты как всегда, Арпиша. Да? Биюк, Ян и Шар. Красота. Красота. Это наша Рошель. Сейчас ты получишь. Вон, смотрите, как Софи пристает. Софи, Рошель пить, наверное, пошла. Вот сейчас она вам сыпет. А Рошель умеет их быстренько на место поставить. Елисейка. Елисей, иди ко мне. Елисей. Царица пришла. Скажи, Елисей там все нюхает, нюхает. Девчонки с течками здесь гуляют, скажи. Волнуют очень сильно. Да, кстати, у нас очень хорошая новость. У нас в Керчи родились детки. Да, мы не вяжем своих кобелей на стороне, но это дочь нашего мажора. У нас уже с ней были детки. Вот, и вчера она родила от Купидона 6 малышей. 4 мальчика и 2 девочки. Так что поздравляем Купидошу, Купидошенька, поздравляем. Ну и мажора, конечно. Мажор стал дедушкой. Кстати, Филипп стал прадедушкой. Там полностью наши крови. Ну, дай бог, пусть растут здоровенькими и красивенькими. Да, Купидончик, скажи, я постарался. Скажи, я постарался. Ну, кстати, у этой мамочки в прошлый раз тоже было 6 детей. Анжелочка! Анжела, Анжелика, она не может не подать свой красивый голос. Мой любимый. Да, царица? В общем, вот такие у нас новости, ребята. Новости нашего уютного дома Костропула из Крыма. Я надеюсь, вам очень интересно проводить с нами время, смотреть, как веселятся и живут наши собачки. Посмотрите на эту задницу красивую. Ты хочешь напасть на них, Лёля? Вот так собака приготовилась сделать прыжок. А, наконец-то я тебя нашла. Наверное,
Владельцы думают, ты почему нам Эдгар не передает привет? Потому что Эдгар все время тут в поисках вкусняшек каких-то. Видно по нему, да? Все время что-нибудь жует, грызет. Вон, кабачок. Кабачача, ты кабачи писаем. Писаем, мы как девочка еще, мы писаем. Скажи, мы еще маленькие. Мы еще лапу не поднимаем. Вот так. Да, завалили самого маленького. Боржому. На тебе подарок от Эдгара. Эдгар тебе веточку нашел. А всем сразу надо. Знаете, Эдгар взял веточку, всем сразу нужна эта веточка. И Техасику, и Лимончику, особенно Айве. Ну, Джи сейчас заберет, да? Царице даже нужно, представляете? Нашей царице исполнилось 9 лет. И она веселится и гуляет. И она еще к мальчишкам пристает, я вам хочу сказать. О, мы смеемся над ней. И говорим, была бы помоложе, вышла бы замуж. Да, царицон, царица, расскажи, как ты к мальчишкам пристаешь. Она очень любит Купидона. Такая вот. Ой, травинки Филиппа, да. Травинки тут это. Травинки тут находят. Ты мой хороший красавец. Биюк. Ой, Тимоч, красотунечка, такой беленький мажорикович. Сыночек, папуля. Папуля тоже возбужден, потому что до этой прогулки у нас девчонки с течками гуляли. Я их сейчас убрала. Они поэтому мальчишки ходят, тут все нанюхивают. Вот такие вот у нас дела. Ну что, ребят, всем пока. Еще раз всем доброго вечера, прекрасного настроения. Оставайтесь с нами на нашем канале. Отдыхать. Любоваться, если вам интересно, маленькими собачками. Посмотрите на этого парадиза. Парадиз все, набегался, можно и поспать. Сладким сном. Еще раз хочу напомнить, что этот малыш нашел свою семью и полетит жить в город Калининград. Вот так разлетаются наши малыши. Обнимаем вас с любовью, Костропула.